Началось утро, и я наконец-то поймал рыбу. Это удивительно. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Сегодня, похоже, ход подлещика. Второй уже попался. Не, ну такая рыбалка мне гораздо больше нравится. Все время пяти нет, а у меня уже три рыбки. Вот и думай. Наверное, удачный день выбрал. В общем, рано радовался. Поймал я три рыбки. И с 5 утра больше ни одной. Ни берег, ни подлещик, все перестали клевать одним разом. Поставил груз 120 грамм. Забросил далеко. И вот сразу попался бирючок. Видимо, надо везде больше груз ставить. Вот, начали браться потихоньку бирючки. И еще один бирюк попался. Вот такие вот красавцы ловятся. Причем клюют как-то так незаметно, что даже я их и не отсекаю, куда они клюют. Вытаскиваю, сидит. А вот и он, откуда ни возьмись, появился подлещик. И еще бирючок напоследочек. Ну, так тут хорошее место, в принципе. Поклевывает. Но вот мужики рядом со мной стоят, вот у них реально хорошо клюет. Надо в следующий раз как-нибудь туда стать. О, как разловились под конец. Хорошо здесь. Клюет. Даже уезжать никуда неохота. Но надо уже ехать. Бирючок здесь отлично поклевывает.